будущее, светлое будущее студенческих сервисных отрядов Омской области. Хочется от всей души поблагодарить всех причастных к этому концерту, всех ветеранов, всех бойцов, всех кандидатов за то, что вы делаете сервисные отряды Омской области самыми лучшими в стране. Студенческие сервисные отряды приготовили свои номера, которые будут вывезены на всероссийские объекты, на межрегиональные объекты, такие как Мария Резорт Инспа и другие курортные отдыхи. А также наши гости с других направлений, проводники, вожатые, приготовили свои подарочные номера, которые нам покажут и поздравят наше направление сегодня. Сегодня 2022 год, ровно 10 лет назад мы, скажем так, открыли сервисное направление Омской области, сервисные отряды. Вот, и сегодня мы празднуем юбилей. Окунаясь в 2012 год, там наши ребята начинали работать на олимпийских объектах в Сочи. В 2014 году, конечно же, опять же на олимпийских объектах в Сочи. В Формуле-1 наши ребята принимали участие в сервис-группе. Принимали участие в сервис-группе «Таврида», которая традиционно уже проходит для всей страны. А в целом наши всероссийские проекты у нас на Республике Крым, в Краснодарском крае. В этом году мы заходим еще на Алтай. Что сервисное направление одно из самых лучших в том, что оно может совмещать приятное и полезное. То есть ребята, помимо того, как могут хорошо поработать, достойно заработать денег, они могут хорошо и провести время, побывать на море. Многие в первый раз бывают, посетить достопримечательности. Ну и студенческие сервисные отряды – это такая школа жизни, потому что смотрим тенденцию, сервисные отряды все омолаживаются и омолаживаются. И для многих людей, то есть первая целина, первое лето – это первый полет из домашнего гнездышка, где они становятся, учатся быть самостоятельными, какие-то бытовые вопросы решать. Да даже для многих это просто первая официальная работа. Где тогда начался мой полет? Треск костра и гитары звучали. Нас огонь над землей связал, что останется в наших сердцах. Все сильнее нас друг с другом сближало. И это мой путь, который со мной навсегда.